Искусство. Учащиеся на занятиях в учебных аудиториях получат профессиональную компетенцию в области искусства, применяя основные знания и умения и участвуя в четырех мыслительных процессах, которые являются обязательными для создания произведения искусства. Создание, реагирование, реализация представления и соединение. В школе Анока Хеннепен учащиеся могут выбрать занятия по искусству в течение всех 4 лет с учетом графика образовательного плана. Дополнительно к многим предлагаемым факультативным курсам, учащиеся также могут выбрать вариант из 2 опций курсов с углубленным изучением предмета. Мы предлагаем 21 факультативный курс в отделении искусства, включая следующие курсы: Ceramics 1, 2 и 3, Computer Art 1 и 2, Video Art 1 и 2, Drawing 1, 2 и 3, Jewelry and Craft Design 1-2, Medical Illustration, Coon Rapids High School only, Painting 1-2 и 3, Sculpture 1-2 и 3, Advanced Placement Studio Art, Drawing, Painting и Advanced Placement Studio Art, Ceramics, Sculpture. Искусство всегда служили в качестве определенного средства выражения для познания того, кто мы в этом мире. Искусство представляет образы мышления, такие же строгие, как наука или математика, и такие же разнообразные, как философия и литература. Искусство используется в каждой культуре на нашей планете. Учащимся, которые стремятся к выражению своих творческих способностей, развитию уверенности и умений, ценят их разнообразие и индивидуальность, и которые хотят узнать, как можно смотреть на мир с разных точек зрения, предоставлен широкий диапазон возможных вариантов в Anoka Hennepin School District. Что предпринять дальше? Подойдите к своему указателю по регистрации рисунку и посмотрите сведения на вкладке отделения, чтобы получить более подробную информацию о требованиях курса и ожидаемых результатов. Многие наши школы организуют уникальные курсы, информация о которых могла быть не предоставлена в данном видеоролике. Просим вас посетить веб-сайт своей школы или обратиться к своему школьному консультанту для получения дополнительной информации.